Здравствуйте. В прямом эфире новости. С вами Пана Уйсимбекова. Сурдоперевод Марата Ашмабекова. Сегодня в выпуске. Решение насущных задач. Акимы районов Алматинской области доложили о проделанной работе. Дорогу молодым. Встреча руководства партии большинства с активом молодежного крыла «Жасотан» прошла в Талдыкургане. Вне зоны доступа. Жители дачных массивов жалуются на плохое качество интернета. Ряд насущных задач безотлагательного решения в предстоящем году озвучили акиму Алматинской области руководители Илийского, Кегенского, Раймбекского, Памфиловского и Уйгурского районов. Особый упор докладчиками сделан на такие вопросы, как ремонт дорог, модернизация сферы ЖКХ, строительство школ, жилья и медучреждений. Также главы районов доложили о проведенной работе за этот год. О том, что уже сделано и на что необходимо уделить внимание, расскажет Ануар Амангельдинов. Илийский район является одним из лидеров по привлечению частного капиталовложения. Так, в 2020-м регион поступило 98 миллиардов тенге инвестиций. Следующий год должен стать не менее плодотворным, заверяют местные власти. По словам акима Багдата Карасаева, планируется ввод 15 новых промышленных предприятий. В целом район демонстрирует хорошие показатели по многим отраслям. Однако проблемным все же остается вопрос с трехсменными школами. На данный момент их 19. Сейчас у меня 4 школы строятся, 3 переходящие. На следующий год, 21-го, у меня сдача 7 школ. И я думаю, что, в принципе, по 4 школам мы практически успеваем. Июле месяце, августе мы уже их все сдадим. По 3, ну, ситуацию вам уже докладывали. Теперь по ним у меня еще имеется, и закончили, имеется экспертиза еще на 2 школы. Большая загруженность в Утиген-Батыре в районном центре. 4 школы, вот, допустим, в 38-й школе. Школа на 900 мест, учится 2992 ученика. И отсутствие земельного участка. Мы сейчас определили, через банки владельцы 9,5 гектаров земли в сторону Кызылту мы нашли. В случае оценки мы нашли компанию, она, если вы одобрите, они готовы построить школу на 1200 мест. Все проекты, касающиеся сферы образования, нашли поддержку со стороны главы ЖТСУ. Поможет областной акимат и финансирование жилищного строительства. Приоритетом в этом вопросе является обеспечение квадратными метрами очередников и социально уязвимых слоев населения. Аналогичную тему поднял в своем выступлении и руководитель Уйгурского района. Там местные власти при поддержке акима области планируют построить 60-квадратный дом. Огромные перспективы у региона и в привлечении частного капиталовложения. За счет горячих источников и хорошего климата район привлекателен для осуществления проектов в туризме и агросекторе. Среди них можно отметить птицефабрику «Примакус» и крупный туристический комплекс «Пармиджана Групп». Там сейчас действуют 2 проекта, в том числе теплица, корейские инвестиции. Они сейчас хотят расширяться, не хватает электроэнергии. Мы подготовили ПСД, но сейчас теперь «Пармиджана» пришел. Нам надо поезд дополнительно увеличить на 4 мегаватт. В ходе заслушивания аким области сделал особый акцент на развитие туристического кластера. Огромный потенциал в этой сфере есть у Кегенского района. Живописная природа этих мест позволяет региону стать эпицентром мирового туризма. Потому глава ЖТСУ поручил акиму района разработать комплексный план проектов и начать их реализацию в следующем году. Также большое внимание уделено системе здравоохранения района. В 4 селах необходимо строительство новых медицинских пунктов. Просим на это у вас поддержки. Общая стоимость составляет 120 миллионов тенге. Объекты будут возводиться из быстровозводимых модульных конструкций. Это позволит нам сэкономить средства и время. Это хорошая идея. Ряд проектов в 2021 году реализуют и в Раймбекском районе. Вслед за Нарынколом положительные изменения произойдут на малой родине Мухагалима Катаева в селе Карасаз. В следующем году общественность отметит 90-летие и именитого поэта и писателя. 90-летие Мухагалима Катаева – это знаменательная дата не только жетсусцев, но и граждан всего Казахстана. Если пандемия закончится, со всей республики приедут гости, и потому мы должны их достойно встретить и создать все необходимые условия. Нужно сделать освещение, дороги, провести работы по благоустройству. В селе обновится школа искусств. В честь 90-летия мы установим в райцентре памятник нашему именитому земляку. Поручаю уполномоченным лицам докладывать о проводимых работах. Их ход будет на моем личном контроле. В 2021-м
общественность страны отметит и 95-летие со дня рождения Данеша Ракишева. В названной в честь выдающегося композитора школы искусств в Панфиловском районе пройдет ремонт. Также будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию Дома культуры в селе имени Головацкого. В целом, аким области поддержал ряд проектов по модернизации и улучшению состояния социальных объектов. Резюмируя встречу, глава ЖТСУ поручил руководителям районов держать ход реализации работ на постоянном контроле. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. В Алматинской области решаются проблемы обеспеченности питьевой водой. Строятся и ремонтируются школы, больницы и другие важные соцобъекты. Акимы пяти районов поделились планами на 2021 год во время встречи с главой ЖТСУского края. Какие из задач нашли эффективное решение и что еще предстоит рассмотреть, узнаем из следующего сюжета. Во время пандемии власти сосредоточились на развитии внутренних экономических резервов региона. К примеру, в Аксусском районе объем промышленного производства составляет более 4 миллиардов тенге, а его экономическое развитие достигло 61 миллиарда. Показатели по основным критериям достигнуты, однако не обошлось без проблемных вопросов. Так, в Аксусском районе не могут завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. По словам ответственных лиц, недобросовестный подрядчик ведет работу с 2017 года, однако до сих пор не сдал объект. Глава Алматинской области поручил найти новых подрядчиков. Все работы должны быть завершены в срок. Дополнительные вливания требуются на строительство здания ЦОНа. По словам акима района, ПСД и земля готовы. В одном помещении будут соседствовать сотрудники ЗАГСа и БТИ. Также в планах снос трех ветхих домов. На их месте инвесторы хотят построить удобные коттеджи. Однако на выкуп земли нужны деньги, и немалые – 500 миллионов тенге. Амандык Баталов одобрил проект и пообещал оказать всю необходимую помощь. Каким проблема? Мы ознакомили главу региона со всеми проектами, которые требуют дополнительных вливаний. У нас несколько объектов медучреждений и образования требуют капремонта. Также необходимо провести благоустройство и озеленение района. Очень надеемся, что они найдут решение. Работа предстоит огромная, и в случае одобрения мы немедленно приступим. Довольно весомой поддержкой со стороны руководства области заручился аким Кербалакского района. 85 миллионов тенге требуется на ремонт 100 километров ирригационных сетей. В случае введения их в оборот возле села Кугалы станут доступны 10 тысяч гектаров дополнительной орошаемой земли. Кроме того, необходимо около 660 миллионов тенге для полного завершения строительства 50-квартирного дома в районном центре. В 2 миллиардах тенге нуждается район на строительство поликлиники на 250 мест. Амандык Баталов пообещал рассмотреть проект и в случае необходимости привлечь средства из республиканского бюджета. Реально, что надо сейчас вместе отработать и вот это по туризму, то, что в прошлый раз Алтынемен, соны, все, что пример получал, на благоустройство территории, на другие дела, вот, на водопровод, на ирригационные сети, парандер. 30-квартирный арендный дом намерены построить в Уштобе. Все необходимые документы имеются. Земля определена. Для реализации проекта требуется поддержка со стороны областного акимата. Для решения проблемы трехсменного обучения в селе Бастубе планируется строительство новой школы на 180 мест. Так как проект довольно крупный, без дополнительных вливаний не обойтись. Для этих нужд необходимо 1 миллиард 237 миллионов тенге. А для придания эстетического вида района в райцентре намерены разбить сквер, который станет визитной карточкой Уштобе. Так как Каратальский район считается аграрным, нам в первую очередь необходимо решить проблему с водой для орошения. Мы представили акиму области наши проекты. Вместе с тем, некоторые населенные пункты требуют благоустройства. Надеемся, что сможем уже в следующем году начать все работы. Будут выделены средства и на ремонт водопроводных сетей и водозабора в Искельдинском районе. В случае реконструкции более 10 тысяч жителей райцентра получат доступ к качественной питьевой воде. Заключение экспертизы имеется. А на освещение и замену устаревших фонарей необходимо 208 миллионов тенге. В Искельдинском районе необходимо 81 миллионов тенге. На капитальный ремонт улицы Таукихан в селе Бахтабай 43,8 миллионов тенге. Заключение экспертизы имеется. На средний ремонт улицы района 473 миллионов тенге. На текущий ремонт улицы района 45 миллионов тенге. На капитальный ремонт здания ветеринарной станции в селе Карабулак 186,4 миллиона тенге. На разработку ПСД по капитальному ремонту 7 средних школ на районе на общую сумму 144,9 миллионов тенге.
81 миллионов тенге требуется на разработку ПСД новой школы на 600 мест в Коксутском районе. На базе объекта учреждения планируется открыть лицей физико-математического направления. Также нужны средства на строительство 13 и капитальный ремонт 3 медобъектов. Просьбу акима района глава ЖТСУ принял во внимание. Все вопросы будут непременно рассмотрены, заверило руководство области. 196 километров дренажных каналов, которые все мы документы приготовили, тоже заявку отправляли на очистку 37 дренажных каналов. У нас 2000 гектаров на них подвешены, то есть постоянное заболочивание идет. При уборке урожая комбайны застревают и очень тяжело. И просим поддержать на разработку, реконструкцию вот именно одного блока бывшего детского сада 16,3 миллиона тенге. Большая часть проектов, предложенных акимами районов, касается строительства школ, домов культуры и так необходимых в нынешних реалиях больниц и акушерских пунктов. Все они будут включены в региональную программу развития, но и поэтапно, подытожил Амандык Баталов. Дамир Анитов, Жатлан Шенкенже, телеканал ЖТСУ. Молодежь – двигатель прогресса. В здании Талдыкурганского городского филиала партии «Нур Отан» прошла встреча руководства партии большинства с активистами молодежного крыла «Жас Отан». Во время встречи Жанбулат Шыргенбаев уделил особое внимание разъяснению целей и задач партии на предстоящих выборах. По его словам, молодежь – будущее Казахстана. В стране равных возможностей, возглавляемой сильным лидером, для молодых открыты все дороги. Тем более сейчас, в этот непростой период, молодежь должна исполнить свой гражданский долг, отметил заместитель председателя Алматинского областного филиала партии «Нур Отан». Активная молодежь региона, а также члены молодежного крыла «Жас Отан» – наша главная сила. Мы всегда поддерживаем любые начинания молодого поколения, проводим различные встречи, семинары и круглые столы. Недавно мы провели республиканский конкурс «Праймерис», где участники продемонстрировали свою гражданскую позицию. Программа в действии. 24 проекта реализовано в Коксутском районе по линии дорожной карты занятости. За счет ДКЗ в регионе значительно улучшилось состояние социальных объектов, транспортной инфраструктуры и инженерных сетей. Основной упор сделан на газификацию населенных пунктов. Подробнее о проводимых работах и преображениях Коксутского района расскажет Ануар Амангельдинов. Выгодно, практично и экологично. Плюсов при использовании природного газа масса. Об этом не понаслышке знают жители села Балпакби. На сегодняшний день доступ к экологически чистому топливу есть только в райцентре. Однако в скором времени картина кардинально поменяется. По программе «Дорожная карта занятости» ведется строительство газораспределительных сетей в селах Мамбет, Жамбыл, Бескайнар и Мукры. Помогла госпрограмма и в развитии транспортной инфраструктуры. Почти 1 миллиард тенге были на внутренние дороги выделены. В каждом сельском округе более 2 улиц. Это получается мы где-то около 20 улиц сделали. Это только, у которых не было вообще дороги, были только покрытия щебеночного. Благодаря программе улучшилось состояние ряда социальных объектов. Один из крупнейших проектов – капитальный ремонт Дома культуры в селе имени Злихи Тамшибаевой. Здание преобразилось до неузнаваемости. Проведена полная замена кровли, фасада и оконных блоков. Также реконструированы системы освещения, отопления и вентиляции. Дополнительно к этому установлены камеры видеонаблюдения и датчики пожарной безопасности. В настоящее время на объекте наводят последние штрихи и ждут прибытия нового оснащения. Официально презентовать обновленный Дом культуры власти района планируют 1 декабря. В Коксутском районе есть 10 домов культуры. Из общего числа капитальный ремонт проходит лишь ДК в селе имени Злихи Тамшибаевой. Остальные объекты проходят средний и текущий ремонт. Благодаря проведенной полномасштабной реконструкции у нас открываются новые возможности. Ранее в данном доме культуры было 6 развивающих кружков. Теперь мы хотим открыть новые секции. Также здесь предусмотрено место для занятий спортом. Есть зал для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, мы планируем проводить онлайн-концерты. Здесь улучшились звуковая и световая системы. Программа «Дорожная карта занятости» подарила массу возможностей. Положительные изменения произошли в системе здравоохранения района. Так, жители села Айнабулак обрели новый медицинский пункт. В сутки он может принимать 20 человек. Здесь сельчане получат всю необходимую первичную помощь.
Официальное открытие нового здания состоится 1 декабря. А вот врачебный пункт в селе Алгабас, прошедший капитальный ремонт, уже вовсю принимает пациентов. Перемены в облике и оснащении данного объекта кардинально сказались и на оказании медицинских услуг, уверяют местные жители. Сейчас стало намного лучше, чем раньше. Во-первых, в здании очень тепло, светло и просторно. Обновилось оснащение, появилась лаборатория. Созданные условия для труда медика позволяют им оказывать жителям необходимые медицинские услуги. Я часто обращаюсь в больницу, и потому мне важно, что здесь были созданы все условия. По дорожной карте занятости Коксусскому району выделено 5,5 миллиардов тенге. На эту сумму запланирована реализация 33 проектов. В целом по 33 проектам выполнено уже 24 объекта. То есть остались проекты, те, которые переходят на следующий год, это 3 проекта. А остальные, которые оставшиеся проекты, будут закончены до конца этого года. 1 декабря введено 2, и остальные, то есть до 16, до 20 декабря тоже будут закончены и введены. ДКЗ давно стало отличным подспорьем в трудоустройстве населения. Более 800 жителей района обрели рабочие места. 50% из них привлечены через центр занятости. Ануар Амангельдинов, Жек Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Нет связи. Более 40 населенных пунктов Алматинской области остаются без доступа к интернету. А в некоторых регионах, где подключение имеется, скорость соединения оставляет желать лучшего. Потому свыше 80 тысяч школьников вынуждены обучаться в штатном режиме, рискуя подхватить инфекцию. Плохое качество интернета – одна из главных проблем жителей дачного массива Уйтас. По их словам, для того, чтобы словить сеть, нужно выходить на улицу. В доме этого сделать практически невозможно, сетуют они. Кроме того, проблема слабого интернета особенно сказалась на детях, которые вынуждены ходить в школу, несмотря на пандемию. Из-за того, что интернет ловит плохо, а временами его вообще нет, я была вынуждена отправить дочку в школу. Она учится в 3 классе. Конечно, если бы сеть ловила хорошо, мой ребенок, так же, как и многие другие дети, учился дистанционно. С такой ситуацией столкнулись родители более чем 17 тысяч учащихся. По словам руководителя отдела образования, большая часть из них – ученики сельских школ. 87% школ области находятся в отдаленной сельской местности. Из них 58 школ обучают по телевидению, потому как в тех регионах нет доступа к интернету или скорость слабая. Это 8,6% обучающихся. А в штатном режиме работают 204 сельские школы. Проблему отсутствия интернета или его низкого качества специалисты Казахтелекома видят в расположении населенного пункта вдали от базовой станции, обеспечивающей население высококачественным интернетом. Потому единственный выход здесь и воспользоваться услугами сотовой связи 3G и 4G, абонентами которой, в свою очередь, и являются жители дачного массива. Однако и тут есть свои нюансы. Уйтас, как вы знаете, дачный массив телефонизирован 2 мобильными операторами. Билайн, Теле2. На сегодняшний день мобильный оператор Теле2 обеспечивает сигналом 4G. Так как этот сигнал нестабилен, на сегодняшний день в планах мобильного оператора Билайн, в планах развития запуск 4G. В самом центре дачного массива расположена уже базовая станция мобильного оператора, которая на сегодняшний день не подключен к 4G. После модернизации данная базовая станция будет распространять сигнал 4G, и у жителей дачного массива появится возможность подключиться к стабильному интернету. Высококачественный интернет у жителей дачного массива Уйтас появится уже 7 декабря, пообещали специалисты. Такая перспектива стала возможна благодаря программе мобильных операторов 250+, призванной обеспечить стабильной сотовой связью жителей отдаленных населенных пунктов. Мобильные операторы и такие большие компании, как Казахтелеком и Транстелеком, они являются частными компаниями, и они за свой счет, за свои собственные средства включают интернет населения. Ну, на сегодняшний день по республике есть 2 больших проекта. Это по Алматинской области планируется до конца этого года охватить 84 населенных пункта. По данному проекту на данный момент проводятся работы по выделению земельных участков мобильным операторам.
И до конца года уже планируется подключение 84 населенных пунктов по Алматинской области мобильным интернетом. Это получается по технологии 3G или 4G. Стабильным интернет станет и благодаря оптоволоконной линии связи. По ВОЛСУ, второму проекту республиканского масштаба, подключены к бесперебойному интернету 220 населенных пунктов области. Программа предусмотрена лишь для определенных организаций – школ, больниц и акиматов. Но, как заверяют специалисты отдела цифровизации, масштаб ее распространения будет расширен до жилых домов. Адина Смагулова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Талдыкорган занимает второе место в рейтинге умных городов республики. Об этом сообщил в ходе брифинга директор информационно-аналитического центра. Для поддержания почетного статуса специалистами проводится активная работа по цифровизации населения. Главная цель – сделать процесс получения необходимых госуслуг доступным, а затрачиваемое при этом время минимальным. Всего за год акиматом города было запущено 7 проектов по цифровой трансформации жизни граждан. Мобильное приложение «Смарт Талдыкурган» – своеобразный электронный справочник, посредством которого пользователь может получать самые разные услуги, не выходя из дома. Приложение совмещает в себе ряд других информационных систем – «Опен Талдыкурган», «Открытый акимат», «ЕКСК» и «Служба 109» по вопросам предоставления комуслуг. А также приложение «Смарт Волонтер» – удобная площадка для взаимодействия между волонтерами, госорганами и гражданами, нуждающимися в помощи. К слову, инновационные приложения уже в ходу у порядка 8 тысяч пользователей. У нас «Смарт Талдыкурган» – мобильное приложение для города. То есть там сконцентрированы все информационные системы города, то есть в одном мобильном приложении можно со всеми информационными системами работать. Сейчас реализован сервис, то есть по предварительному бронированию очереди, то есть там у нас нет сейчас толпотворения. Министерством цифровизации аэрокосмической промышленности планируется в 2021 году перевести 90% государственных услуг в онлайн, то есть в цифровой формат. До недавнего времени обновить удостоверение личности, загранпаспорт или водительские права по истечению их срока годности по разным причинам получалось не у всех казахстанцев. Однако внедрение цифровизации теперь поможет свести на нет подобные проблемы, а вместе с ними и штрафы за просрочку. А все благодаря СМС-сервису мобильной базы граждан. Что нужно сделать, чтобы стать получителем электронного напоминания и какие преимущества дает портал, узнавала наша съемочная группа. Вы получаете СМС-уведомление на свой телефон за месяц до истечения срока действия вашего удостоверения личности или водительских прав. То есть вам придет напоминание. Сервис очень удобный. Для начала нужно убедиться, что у вас есть мобильная база данных, а в случае отсутствия электронной цифровой подписи нужно обратиться к виртуальному помощнику на сайте EGOV.KZ. Он находится в правом нижнем углу сайта. Затем позвоните в ЦОН через видеозвонок. Таким образом вы сможете связаться с оператором в рабочие дни с 9 до 18 часов. Да, конечно, потому что вы его оставили на образование. Если бы у вас паспорта не было, это было бы сложно. Но так как у вас есть паспорт, вы этим сможете пойти. Наличие электронной цифровой подписи значительно упрощает регистрацию в мобильной базе граждан. После входа в личный кабинет на ЕГОВ просто нужно ввести номер своего мобильного телефона в соответствующий столбец. Осталось только подписаться своей цифровой подписью. Что дает регистрация в мобильной базе граждан? Около 100 госуслуг онлайн без использования электронной подписи. Нужная информация через мессенджеры в социальных сетях. Уведомление о дате истечения срока действия ваших документов. СМС-уведомление о готовности документов и справок. В настоящее время наш центр предоставляет 106 государственных услуг. Также ведутся работы по переводу всех услуг в электронный формат. Е-услуги, или как еще их называют, удаленные, можно получить, не выходя из дома. В случае, если вы столкнулись с трудностями или недопониманием при получении услуг через портал, вы можете обратиться на нашу страницу в Инстаграм и задать вопросы в прямом эфире. На сегодняшний день количество зарегистрированных в базе граждан составляет около 130 тысяч. По мнению экспертов, это низкий показатель, ведь система онлайн-доступа к госуслугам имеет свои преимущества, избавляя граждан от поездок в центр обслуживания населения. К слову, регистрация в мобильной базе данных является добровольной. К тому же зарегистрированные клиенты будут получать и различные поздравления от сервиса 1414. Гульмира Тимиргалиева, Ельдана Серикбайгаза, Жайык Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган.
прививаться или нет. Правительство Италии готовится запустить информационную кампанию в поддержку вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Ожидается, что добровольная вакцинация всех желающих начнется уже в январе. Но согласно опросам общественного мнения, до 40% итальянцев пока не готовы прививаться. Согласно правительственному плану, первыми будут привиты медицинские работники и другие самые уязвимые группы населения. Люди, прошедшие эту процедуру, получат вакцинационный паспорт, который позволит им свободно перемещаться по стране и путешествовать за границу. Но специалисты-вирусологи предупреждают, что вакцинация – это не панацея. Все же следует не забывать о возможности соблюдения мер предосторожности. При самоизоляции участились случаи насилия в отношении женщин. После введения в Бельгии режима самоизоляции телефонные линии доверия стали принимать на 50% больше звонков. По статистике Евросоюза, каждая третья женщина в нем подвергалась физическому или сексуальному насилию. А в глобальном масштабе, по данным ООН, имеется 243 миллиона жертв в возрасте от 15 до 49 лет. Но это только верхушка айсберга, потому что менее чем о 40% случаев становится известно в основном друзьям и родственникам пострадавших, и только о 10% сообщают в полицию. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго.